Дамы и господа, ну что ж, мое вам здравствуйте. Оборону атак и держит. Молодцы, хлопцы. Два креста у нас было пока что, сегодня четверг. Вот этот чудик ставит. Ага, 270 урона в общей сложности. И контратаку включит. И еще сокращает весь полученный урон. Ты какой жук, навозник. Так, давай вот так, я что-то фиолетовых взял. До хрена я одну желтую утку. Будем надеяться на камни. Камней нет. Надежда умерла. Одна из первых умерла, надежда. Далеко не последняя. Так, три. Три, будет дырка. Ну, центр ультанет, да? Неизбежно все выглядит именно так. Давай вот тут четверка закроется у нас. Нет, тройка. Нормальные приколы. Так. Фиолетовых камней. Всем урон нанесла. Жужелица это. Фиолетовых вообще не собирал. Я как будто сегодня даже не начинал. Давай так кинем. Вот так кинем. То по классу, ты щит маны по классу. Но вот эту херню надо блочить. Я предлагаю в нее, может, пробросить? Или в фиол взорвем? Просто в нее пробросим. Она на кого-то перекинет. Давай. Хрен там на кого она перекинет. Мне 4 камня надо собрать фиолетовых и выжить еще как-то в этом. Терпим. Ну, пожалуйста. Да хрен ты там. Не хотят они терпеть. Не выход из юрисдикции. Угу. Две тычки только сделали, да? Больше не стали. Ну вот так сделаем. Еще немножечко, да. Да блин, капец, это мало. Ну вот, о чем мы говорили. Ну хрен знает, ребят. Команда опять говно, что ли? Да еще раз ходит, да вы че? Приколы, конечно, нашего городка. Понятно. Скрипты не перекинь. Вот я что хотел сказать. Нужно сначала пропуск доблести, пропуск пути вот этот закрыть. Дичь вот эту. А потом идти в бой. Команда, которая есть хотя бы 3 бойца медленных. Вот это все, если вы не закрываете, скрипты вас убивают. Так, погнали. Взял разные цвета. Может, что-то дозарядим сегодня. Ну, максимально гнусная поляна. Ёшкин, с правой стороны кот, вообще ходов нет. Один ход на поле. Рекламирует который. Понятно. Сходили раз. Ну, мне надо 6 желтых, сходили 2. И 6 желтых нету, да? Пиши пропало называется. О, вот он, 6-й желтый. 3. Так, Лазаль, ты кто по классу? Боец. Он этих своих коньков-горбунков на меня насадит столько, что мне не пережить будет. Поэтому давай мы в него еще ищем камни. Так, перекинул зачетно. Ну-ка, давай сюда. Утка всегда тащит, короче. Смотрите, что утка творит. Чудеса, короче. На виражах. Только за счет утки и затащим, если на то пошло. Давай вот сюда тогда прокинем. Так, ну сейчас долго заряжать. Столько мы не зарядим, да? Давай попробуем прокинуть полянку. Так, 3 фиолета скинем раз. И 3 фиолета есть вон там вверху 2.
Лазали должны пережить. Желтые камни где найти? Давай синими ему в лоб, может, ему хватит. Один хп, как обычно, не добили. 68. Половинку просим. Отхилили, да? Как мне зарядить этого моего сумасшедшего, больно бьющего желтого парня? Там, смотрите, что подкрадывается срез маны. И подкрадывается вот этот урон наносит, который тип. И еще хил желтый тогда получается. Блин, он воскрес. Сдох, но срез с маны готовится, да? И ходов опять нету. Безопасных. Блин, имбейша срез маны, да? Попался здесь. Не раньше, не позже. Ну, щит маны может быть вот у этого типа. Типа Шаал, которого зовут. Но надо кинуть вот как советуют. Мы как кинем, как советуем, потом желтых не соберем. А потом меня вот эта дичь размотает. Еще 1000 урона всем влетит в волос. Короче, срез маны, надеюсь, не пройдет по Шаалу. Нет, ему за глаза хватило. Давай миньона чисто для пожить. Ну, синий то явно должен выжить. Утка выжила. Хороша. Хороша утка. Так, щиточки, меточки. Дай желтых еще ко мне, а. Ну, давай так возьмем. Честно, херня какая-то происходит. Охренеть. Так. Терпим. Ну, отлично. Никакой урон практически получился, да? Давай бьем. Ну нахрен тебе. Дичь такая, такая. Добили здесь. Ну давай хильнемся. Бой максимально злой получился. Утка, смотрите, заряжается у меня за мало камней. Я ее ускорил. Давай вот так сделаем. Мы это сейчас снимем все. Он хилить умеет. Когда бьет. Ой, диспелить. Тапок-то имба, походу, да, получился? Сам не ожидал я. На, держи поддачу. Шаал. Доделывай, беру. Отлично, ребят. За лайкос как минимум отработал. Давай еще разок. Проверим связку на силу. Фиолетовых много дали, да? Они у меня не выигрышные, мне они сильно не помогают. Блин, она больно бьет, да? 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8 камней, да, можно взять. Давай, мы должно 8 вроде хватать, и она с отрядами стоит, да, ей хватило. Так-так. Больновато. Желтые только-только подспевают. Давай так, хильнемся, синие. Со слепотой летят.
Ну и все это дичь заряжает, которая ману режет, и ты проигрываешь. Я хрен знает, 6 камней не собрал вообще никак из синих. Близко не родня. Все, по 500 с лишним наваливают тумаки. Так, синему не срезай ману, вот будет идеально просто. Ну, вторая. Да чтоб ты сдохла! Да все это никак вообще не вырулить. Ты игра дичь. На нахрен тебе, на нахрен. Анимация, кстати, вы видели, когда в атаке она 3 секунды анимация занимает. Но ты ж смотришь по полчаса, как тебе намутыривают. В нулину, короче. Тупо желтых камней не нашел. Все, не выходит. Такой бред, а! Блин, вот не успел скрипты перекинуть, и все. Конечное. Блин, ребят, вот эта атака плохая у меня получается сейчас. Психанул зря. Щит маны, да? Щит маны, а он стопудово... Блин, не прицелился. Тьфу ты, блин, скиёшь. Чё ж я так, ребят? Неосмотрительно-то. Тороплюсь, если честно. Мне он маячит. Пошли, пошли. Я опять в империю пазлов гоняю. Она ману докидывает, да? Или что там произошло? Замедло один стак, и он не снимается. Ладно, давай еще тогда прокинем. Мне это не убить, ребят. И, между прочим, никак. Силы просто атакующие не хватит. Ну-ка, вот тут кинем что-нибудь. Да, вообще никак я это не пробью. Ты еще желтых камней-то дадут? Нет мне сегодня? Или вот по горсточке вы мне будете выдавать? Походу по горсточке только будут, да? На щиточки свои включают. Я... Да блин, зеленый, ну что такое? Атаку им не порублю. И диспел не может. Короче, все. Сливное. Никак не победить это. Не пробить. Дичайшая просто дичь происходит. Четвертый день. Мне вчера все написали, что они все повылетали. На меня сегодня сливают. Смотрите, как нагло. По одному камешку я хоп-хоп двигаю. Контратаку теперь долблюсь. Ни хрена по 1500. Все, это не убить. Еще разок. Здесь на меня много будут накладывать этих. Как их зовут-то? Паразитов. Поэтому бабулька здесь как раз. А где еще фиолетовые? Фиолетовых-то нет больше. Вот они. Но включится таунт неснимаемый.
Да, как раз когда я зарядился. Прекрасно, да? Бабах. Кстати, не так страшно еще. Получил я урон. Блин, давай так. О, какими-то неведомыми силами я его размозжил, да? Тогда держите, раз, два. Ну все, тут с третьей камней дали. Вот как это работает? Вот тут столько камней, что его как бы как хошь не хошь его уничтожит. Хрен знает, как это работает. Ну вот как-то так, ребят. Сливные дни. Три креста к ряду тоже. Ну вот такая. Хоп, разучился играть за одну секунду. Такая игра Империя Пазлов. Просто живем дальше. Удачи, пока-пока.